Роса на цветах шафрана, на землю прольется она и станет простою водой. Палка в руках барана наделает много беды. Приветствую вас, сибирские слоны! С вами Федорович. Надеюсь, вы приняли на грудь соточку, а лучше две, для храбрости. Но главное, о чем вы должны помнить, что учитель не тот, кто вас учит, а тот, у кого учитесь вы. Тыка! 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 Когда вода поднимается, рыбы едят муравьев, а когда уходит, муравьи рыб. Поэтому никто не должен полагаться на свое сегодняшнее превосходство, ибо завтра это может быть слабость. Поэтому если вы думаете, что пацаны занимаются херней, а вы классный боксер, то зря. Ибо бамбуковая палка очень легко и быстро может стать железным ломиком. И тогда еще неизвестно, кто кого будет гонять по всему району. А вы точно не набивали башку монтировкой. Через агентов ЦРУ, ФСБ, МИ-6 и людей в черном мне удалось раздобыть самые засекреченные кадры самого секретного мастера, когда он исполняет свой самый секретный удар на самом тайном мешке. Я понимаю, что видео слишком короткое, но даже за эти секунды люди отдали не одну жизнь. Ведь мастер всех перещелкал, как белочка орешки в голове запойного соседа. Но думаю, и этих парочки ударов вам вполне хватит, чтобы завалить человек так 5, а может быть и 7, и стать самым авторитетным в своем дворе. Дикий червяк, ползающий в навозе, не пара небесной ласточки, парящей над пагодами Шаолиня. Но мастер-дед, независимо от количества седых волос, всегда найдет себе пару. Чтобы отрубить себе голову своим же мечом, нужно небывалое умение. Но мастер-дед показывает просто невероятное мастерство. Сначала я подумал, что он копирует технику Sony Blade из Mortal Kombat. Ну вы знаете ее фишку. Кувырок вперед, кувырок назад, XY, и я все надеялся увидеть фаталити. Но оказалось, что все гораздо круче. На самом деле, дед гораздо мастеровитее, чем вам кажется. Ведь вся фишка не в самих приемах, а в очаровании прелестных молодых девиц, которых он взял в ученицы, и теперь завораживает своим мастерством, показывая, что никакой он не дед, а еще ого-го на что способен. Сейчас я покажу вам одного из самых великих, то есть из самых больших мастеров. Ибо не каждый енот может посмотреть в глаза волку, но не каждый волк сможет взглянуть в глаза скунсу. Это конец упал. В смысле, я вообще неправильно сказал. Конец у нас вот это будем ручку считать. Это лезвие, напоминаю вам, да? То есть все кистевые подвороты.
Когда пестрый петушок чешет красный гребешок, сбегаются курицы. А когда мастер пельмень демонстрирует секретный смертельный прием с палкой, то сбегается сотни учеников. Ведь чем тяжелее работа, тем легче на нее устроиться. А деньги платят не за то, чтобы работали, а за то, чтобы не мешали. Особенно мастерам показывать их лучшие приемы. Но самое главное в технике мастера – это его слова в конце. Ходим, все время помним, что мы... И главное, верьте себе. Если вы себе не верите, то кто же вам поверит? У женщины всего две проблемы – нечего одеть и маленький шкаф для одежды. А у мастеров проблема всего одна – нехватка учеников, которых можно нахрен пошинковать в капусту. Hi, this is the Apache Samurai, and I decided to practice kenjutsu in the ninja style that a few samurai warriors practice. Alright, just gonna put this right here. Alright. Holy shit. Alright. Oh, here we go. Созерцая технику мастера, я прозрел и понял, что уже сам давно являюсь великим самураем-ниндзей. Ведь я не раз устраивал такой махать шваброй посреди квартиры. Правда, заканчивалось это всегда печально. Я даже уверен, что среди вас найдутся еще более мастеровитые самураи, которые устраивали махач на лестничной площадке, положив смертоносными ударами швабры ни одного соседа и соседку, которые решили, что владеют достаточным искусством карате для усмирения мастера-самурая под шофе. Но наш учитель на видео действительно мастер. Ведь вопреки всем моим ожиданиям, он так и не засунул свой меч в вентилятор над головой и остался жив. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А также пишите в комменты про свои величайшие победы над чекушкой. А поддержать канал и стать спонсором вы можете по ссылке в описании. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Пика! Защита! Нога задеть, раз-два! Переваривайтесь! То вы любого человека, вот я могу двумя пальцами взять у человека вот так вот кадык достать, понимаете? Не напрягаясь. Могу ребро вот так вот просто взять вот так вот и ребро вот достать у человека. И этим ребром ему... Хоп, и глаз выколоть, да? Как бы не отходим от этого образа, представляем, что мы медведи.